Приветствую, друзья. Меня попросили еще раз рассказать, что такое ключевое дыхание. Ключевое дыхание – это когда за одну минуту буквально, думая, о чем думается, или вы лежите, или выходите, или сидите, думая, о чем думается, опустив мысли на самотек, как бы вам ни было исходно, или вас трясет от страха, или вы готовитесь к выступлению, но буквально одну минуту думая, о чем думается, переживая, о чем переживается, параллельно наблюдаете, вдох у вас теплее или выдох. Еще раз повторяюсь. Параллельно наблюдаете, вдох у вас теплее или выдох. И больше ничего не надо. И вы замечаете, буквально через минуту, если у вас на шкале стресса было 10, это шторм, это вас трясло, это у вас была паника, то через буквально минуту у вас становится штиль. Это нулевое состояние безмятежности, безвремения, бесконечности, благоденствия, защищенности. Ну вот так вот, друзья, все это очень просто. Это то, что лежит в основе, там глубоко-глубоко, если порыться, и в основе дыхания Стрельниковой, интенсивное дыхание, как будто шину накачиваешь, и в основе дыхания Бутейка, где задержки какого-то дыхания происходят. А внутри всего этого переход от пика напряжения к пику расслабления через вот это вот. Если вылучить из всего этого многообразия слов короткие слова, то это будет ключевое дыхание, которое буквально за минуту, даже за полминуты дает и шторма, благоденствие, которое вы сами можете проверить на индикаторе напряжения, ну и, конечно, по своему самочувствию. До встречи, друзья!